В 2021 году в Кемеровской области различными видами капитального ремонта было охвачено более чем 1600 домов. Удалось решить одну из главных проблем при выполнении региональной программы – это рост цен на строительные материалы. И, как следствие, массовые отказы подрядных организаций от участия в торгах. Правительство Кузбасса постановило увеличить размеры предельной стоимости работ по капремонту, после чего фонд повторно пересчитал сметную стоимость работ и материалов. Затем провели повторные общие собрания, на которых утвердили новую стоимость капремонта по каждому дому. В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы в 2021 году запланированы виды работ в 1682 многоквартирных домах, в том числе разработка проектной документации в 1113 домах и строительно-монтажные работы в 569 домах на общую сумму 2,3 миллиарда рублей. Благодаря организованной работе фонда капитального ремонта и муниципальных образований в прошлом году удалось выполнить работы, предусмотренные краткосрочным планом, в 1666 домах. В том числе разработка проектной документации в 1113 домах и строительно-монтажные работы в 553 домах на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Капремонт зависит от своевременного принятия решения собственниками помещения при участии органов местного самоуправления. Только тогда фонд капремонта имеет право начать конкурсные процедуры по отбору проектов и подрядных организаций. В Кузбассе в программу включено более 14 тысяч домов. Исполнение региональной программы осуществляется в соответствии с трехлетними краткосрочными планами ее реализации. Краткосрочным планом на 2017-2019 годы было запланировано проведение капитального ремонта в 1875 домах. Краткосрочный план на 2020-2022 годы содержит 5264 дома, что более чем в два раза превышает план прошлого периода. Одна из приоритетных задач капремонта – замена лифтов. Изначально в плане на 2021 год значились 52 многоквартирных дома, но по результатам технического мониторинга были выявлены дополнительные лифты, требующие срочной замены. В итоге количество домов возросло до 68. В планах на 2022 год в Кузбассе ремонт общего имущества 2333 домов. Галина Ильина, Ленинск ТВ.